В новом учебном году в Подмосковье ожидают свыше 100 тысяч первоклассников. 1 апреля в учебных заведениях стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка. Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно. Они будут проверяться удаленно, сообщила вице-губернатор Ирина Коклюгина. И напомнила, что записаться в первый класс можно через региональный портал госуслуг.